могу дождаться, чтобы съесть весь свой шоколад. Привет, Зак. Привет. Что делаешь? Я собираюсь съесть весь свой шоколад. Зак, я не думаю, что это хорошая идея есть весь этот шоколад. Это вредно. Почему? Почему нет? Зак, это много сахара. Ты не должен есть так много. Это приведет к кариесу и боли в животе. Посмотри, шоколадная машина, шоколадный кролик и шоколадная обезьянка. Да, я знаю, что они все такие вкусные. Но ты же не хочешь заболеть? Да, я не хочу болеть и не хочу вызывать доктора. Но что мне есть? Смотри, есть здоровая, вкусная корзина фруктов. Я могу поменять машину на банан. Поменять обезьяну на апельсин. А кролика на два яблока. Теперь у вас есть вкусный и полезный перекус. Как ты думаешь, Зак? Выглядит так вкусно. Да, кроме того, они сладкие, полезные и делают тебя сильнее. Теперь я выброшу эти шоколадки. Я скоро вернусь. Эти фрукты такие вкусные. Я съем банан. Вкуснятина в моем животике. Зак, что случилось? Почему ты плачешь? Ты в порядке, Зак? Зак! Зак! Зак, ты плачешь, потому что я выбросила шоколад? Да, я пошутил. Ты шутишь, Зак? Дай пять. До свидания, ребята. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поставить этому видео палец вверх. Ставьте лайк, делитесь, подписывайтесь. И ты всегда должен есть свои фрукты. Пока!